кажется, подключились. Привет всем, кто только подключился. Привет, привет. Очень рада всех видеть. Ну, для начала давайте, как обычно, проверим звук. Все в порядке? Слышно? Из-за задержки немножко чувствую себя космонавтом, знаете, когда ты отправляешь сообщение, а через какое-то время только получаешь ответ, это очень забавно. Вы уже приготовили свои волшебные зелья? Вот у меня тут волшебный чаек в волшебном термосочке. Самый что ни на есть магический. Если еще не приготовили, скорее наливайте. Магичьте себе магические чаи и кофеи. Привет, привет! Привет! Очень здорово, что звук хороший. Давайте теперь еще эхушку проверим, чтобы эхушка тоже была присутствовала. Ну как эхушка есть? Привет, Владивосток! Кстати, по традиции, опять же, напишите, кто откуда. Очень интересно всегда, всегда почитать, кто откуда слушает. Вот. Ей, здорово, что отлично. Здорово, что отлично слышно. Это очень радует. Так, и сегодня у нас волшебный магический вечер, магический ведьмовской вечерочек, поэтому у меня есть волшебная розочка вместо палочки. И еще есть книга заклинаний, да-да-да, вот такая гигантская. Целый талмуд, понимаете, древняя, доисторическая просто ведьмовская книга с разными волшебными словами. Что же у нас тут есть? Тут у нас будут песенки сегодня уже, магические, заклинательные. Ну и немножечко всяких таких маленьких полезных заклинаний. У меня, кстати, еще не только магическая книга есть, у меня еще есть магические карточки с заклинаниями. Вот, недавно в одной кафешечке выдали, тоже их прочитаю. Привет, Оренбург! Привет, Семень! Привет! Привет, Питер! Нефтекумск, привет! И Нижневартовск тоже здравствуй! Москва, здравствуй! Так, что же у нас тут есть? У нас тут есть первая песенка, которая называется «Не твоя беда». А еще про заклинание, то, собственно говоря. Вот так, что у нас тут на первом написано? Так, зима это не так важно. Важно с кем? Вот так вот, понятно? Так что давайте там, берите поближе того, с кем волшебные зелья и начнем. И начнем петь уже. Привет, Гомель! Привет, Пермь! Thank you.
Спасибо. Спасибо большое. А, котик. Так, да. И опять же, по традиции, напоминаю, что у меня есть donation alerts, и тем, кто хочет наклеить какой-нибудь стикер веселый, или кинуть барду монетку, или написать мне что-нибудь там сообщение какое-нибудь, можно это сделать в donation alerts. И ссылочка на него есть в описании ролика и в шапочке канала. Вот. А также хочу поблагодарить всех ребят, которые поддерживали меня на прошлых концертах. И ребят с Patreon, естественно, спасибо огромное вам за вашу поддержку, вдохновение, что вы со мной. И спасибо всем зрителям, вообще всем слушателям и зрителям, потому что вы очень замечательные, очень волшебные и очень вдохновляете. Спасибо. Так, давайте еще одно заклинание прочитаем. Что тут у нас еще есть? Какое у нас тут еще есть заклинание? Ну-ка, так. Пусть будет тепло и уютно. Вжух. Так что пусть будет тепло и уютно. Какая же у нас следующая песенка? Следующая песенка у нас... «Ведьмин круг» называется. Кстати, она очень такая старенькая песенка, прям очень старенькая. Может, кто-то ее даже не слышал. Ну, в смысле, ее наверняка никто не слышал. Правильно будет задать вопрос, может быть, ее кто-то слышал.
Конечно, я люблю мифологию. Кстати, да, спрашивайте всякие разные вопросики, мне интересно будет на них поотвечать. И пишите, кто откуда, кто только подключился, это тоже очень интересно почитать. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо. Я пою в основном свои песенки, потому что я очень много их пишу, просто вообще непрерывно пишу новые песенки. У меня вот огромные горы черновиков, кто давно со мной знаком с моим творчеством, тот в курсе, что у меня их просто залежи гигантские, и я не успеваю обрабатывать все это, поэтому в основном пишу свое. Но также я люблю иногда спеть что-нибудь, что трогает за душу из любимого творчества, особенно если можно там что-то добавить, там перевести песенку, например, на русский. Вот, или еще что-то, или песенку из игрушки спеть, как бы в другой атмосфере немножко, да, вот, я с радостью только. Интерес к пению, да кто же его знает, у меня это с самого детства всегда было, у меня папа играет на гитаре, и тетя у меня на пианино играла, когда я маленькая была, вот, бабушка у меня на пианино играла, и вообще у меня много кто попевал, наверное, откуда-то отсюда, а еще у меня дедушка играл на домбре, и тоже, по-моему, песни сочинялась, не ошибаюсь. Так что вот, наверное, следственно. Привет, кто так подключился. Привет. Спасибо. Это потому что вы очень теплые и уютные, поэтому так получается. Конечно, я читала и играла Ведьмака. Татуировок у меня нету. Так. Привет, Кемерово. Ну что ж, следующая песенка, которая про ведьмин круг. Споем ее. Спасибо. Разбросают паутину на ветвях пауки, перероют все тропинки мои шустрые кроты. Не уйдешь и не уйдешь, свое сердце не спасешь, милый друг, ведьмин круг и не порвешь. Не уйдешь и не уйдешь, свое сердце не спасешь, милый друг, ведьмин круг и не порвешь. Да и надо ли бежать, посмотри в мои глаза, это небо, это ад, это вешняя гроза. Мир померк, память о век, все исчезло в один миг. Милый друг, нежность рук и не томи. Эх, я тебе спою песенку простую. Слушай, парень, забывай свою другую. Разве у нее столь же дивный голос? Разве у нее столь же мягок волос? Не умеет она так, как я, согреть. Ты ведь сам пожар, но не в одежде тебе гореть. Разбросают паутину на ветвях пауки, героют все тропинки мои шустрые кроты. Не уйдешь, не уйдешь, свое сердце не спасешь, милый друг, ведьмин круг и не порвешь. Не уйдешь, не уйдешь, свое сердце не спасешь, милый друг, ведьмин круг и не порвешь, не порвешь. Вот такая старенькая, веселая песенка. Привет, кто по зову сердца, вы молодцы. Кстати, да, ребята, кто подписан на канал, очень советую звякнуть еще в колокольчик, потому что у нас каналчик маленький, уютненький, и YouTube не так уж активно показывает его вот подписчикам, поэтому если вы нажмете на колокольчик, будете чаще получать уведомления о том, что хоба-хоба, видео вышло. Песенка новая. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Зачарованные птицы будут чуть попозже, кстати, да. Тоже давно не пела старенькая песенка.
Спасибо, при этом только подлечился. Напоминаю, что да, можно писать какие-нибудь вопросики и рассказывать еще кто откуда, кто только подключился. Вот. А мы посмотрим, есть ли у нас еще какое-нибудь заклинание. Может, еще какое-нибудь осталось? Так, что тут у нас есть? Что тут у нас есть? Так. У нас впереди целая зима. Котики прибежали, чтобы жить в предвкушении всего чудесного, что еще будет, а не тосковать о том, что прошло. Да, отличное, отличное, мне кажется, заклинание. Вот так обязательно и будем делать. Лапки, классно. Ой, ведьмочка, видели? Точнее, вот. Спасибо большое. Привет, ты первый раз. Поздравляю с первым разом у нас. У нас тут мило. Привет, привет. Песенки у меня среди моих прям любимых нету, я их всех люблю. Это как дети же. Как может быть любимый ребенок, да? Всех их любишь, даже самые странные, смешные песенки все люблю. Я еще не совсем готова к выходу киберпанка, у меня очень старая карта, очень старая видеокарта. Я вот посматриваю, что взять, как куплю, буду готова. Привет, кто так подключился? Привет, 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 привет. Так, ну что ж, еще немножко поколдуем. Давайте, давайте будем наколдовывать новые песни. Вот. Берем гримуар. О, какой тяжелый гримуар-то. Так, где тут у нас новая песенка? Что мы сейчас будем петь? Так. Вижу, вижу, все, понятно. Вот, 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 вот здесь, вот, вот, тут написано так. Я не играла в D&D, но у меня есть знакомый, который прям очень-очень серьезно этим увлекается и постоянно собирается играть. Я знаю, что это здорово. Так, мы нашли следующую песенку. Эта песенка называется «Золотой костер». Привет! Привет, привет! Попутные, скованы сыном, дым клубится над полем.
Спасибо большое за котиков и солнышки. И я хотела сказать, кто первый раз слушает вдруг, что мы всегда читаем все сообщения, которые присылают Donation Alerts в конце стрима перед последней песенкой. Вот, обязательно все прочитаю. Привет! Привет, ты так подключился. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Да, я очень люблю придумывать истории. Еще всю свою жизнь, кроме того, что пишу песенки, еще придумываю всякие истории и все пытаюсь начать что-нибудь типа книги писать, но пока вот еще не получилось ничего начать и закончить. Когда-нибудь поделюсь чем-нибудь, наверное. Тоже таким. Да, надо попробовать. Меня вот все зовут, так что рано или поздно я соглашусь. Спасибо большое. Спасибо огромное. Спасибо. Да, я очень люблю компьютерные игры. У меня даже игровой канал есть, кто не знает. Я, ну, относительно недавно его завела. У меня немножко времени не хватало вот последние пару месяцев -то много выкладывать всего. Потому что у меня заболел котик. Я сама долго болел. Сейчас вот осталось только котика долечить, в принципе. Вот, такие дела. Но я там выкладываю периодически что-нибудь. Так что заглядывайте. И котики набежали, всякие разные, классно. Смотрите, вот. Так, будем искать следующую песенку? Давайте. Смотрите, волшебные штучки, планета. Котиков стало еще больше, просто чудесно. Еще котик на метле, еще в шарфике, еще и луна. Ну прям совсем магия. Класс. Давайте колдовать следующую песенку. Что уже это будет? Это будет «Ведьмина кровь» песенка. Ну, почему бы не да, правильно? Ведьмовской стрим, «Ведьмина кровь». Люблю эту песенку, давно тоже что-то не пела. Вот мне нравятся очень стримы за то, что можно с вами пообщаться вживую. Это просто прекрасно, знаете, чувствуется какой-то вот связь какая-то. Это просто замечательно. Потому что не просто как бы поешь в камеру, а еще и обратно что-то получаешь. Это волшебно. Еще люблю их за то, что я достаю песенки всякие, которые вот написаны были давно и недавно, но которые я не пела, допустим, какое-то время. И поправляю там аккорды, вспоминаю их. Это тоже очень здорово и приятно. Вот, правильно, Сим Соловим, новая песенка, приди. Спасибо. Класс, плут. Буду плутать. Катапокалипсис, точно. У нас сейчас был катапокалипсис небольшой. Спасибо. Спасибо большое. Так, наколдовали, значит, ведьму кровь. Сейчас будем пить ее. Не пить, а петь. Thank you.
тенистые кроны все со мной заодно. Ты печь и костер разложил под собой, а в нем птица родилась черно-синим пером. Спасибо. Спасибо. Если кто вдруг слышит пш-пш-пш на заднем фоне, там котик бушует. Музыку сами сочиняем, как правило. Я на английском книжке пытаюсь читать, но больше я на английском слушаю ютубчик, честно признаюсь, я вот именно в виде книг английский воспринимаю не так легко, а вот на слух гораздо лучше, поэтому я люблю слушать всяких английских ютуберов, там, Доминик Тобла, там, всякого Стакла, да, таких ребят. Привет, он только подлечился, привет-привет! Вжух-вжух-вжух вам волшебный, вжух-вжух-вжух! Давайте еще какие-то заклинания творить. Давайте поищем их сначала в нашей волшебной книге. Берем нашу волшебную книгу. Так, какое бы нам заклинание еще прочитать? Может быть, заклинание, чтобы все были здоровы, например. Почему бы не дам? Так, давайте, как тут у нас так? Вжух-вжух-вжух-вжух-вжух. И все будут здоровы. Вот непременно обязательно не болеть ничем больше никогда. Так, чтобы еще прочитать, так, чтобы все было хорошее настроение, почему не, да, так, так, пусть у всех настроение поднимается, поднимается, и будет хорошее, вжух-вжух-вжух, так, давайте, вжух-вжух-вжух. Окей, давайте наколдуем теперь следующую песенку, что там у нас. И котики прибыли, котики и лисики, и книжечка внизу, видели, вот книжечка, книжечка, классно. Это классно. Так, и следующую песенку мы споем. Какую же, какую же, какую же? Зернышко, последняя песенка, давайте. Котик сидит в боксе, котик сильно болеет, к сожалению, уже очень-очень долго. Я так замучилась его лечить, честно признаюсь, но... Мы боремся. Скоро, надеюсь, вылечится и будет с нами. Прохождение игр есть на игровом канале. Я отдельно сделала каналчик, где выкладываю всякие прохождения. Там уже куча серий Divinity Original Sin. Есть чуть-чуть Ведьмака, есть Безумный Макс. Вот заглядывайте, посмотрите. Еще Скерская Дева там есть. Еще что-нибудь будет. Классно, что кому-то нравится песенка про Хьюго Баскервилля. Спасибо! Да, мне очень нравится «Алиса в стране чудес», особенно в иллюстрациях Калиновского. Есть такой художник замечательный, вот, Калиновский. Он нарисовал иллюстрации
для Алисы в «Стране чудес», Алисы в «Зазеркалье». Вот они мне прям очень нравятся всегда, когда смотрю, прям вдохновляюсь. Жушисто все будет, да? А ссылочка на игровой канал есть в шапке канала, вот там в самом верху. Ну и после стрима я, когда сделаю полностью описание стримчика, там будет тоже... И спасибо за котика, там тоже будет ссылочками такая часть, там где все ссылочки будут. Светлячок, посмотрите сериал. Вот недавно, кстати, посмотрела сериал «Пацаны», первый сезон, очень даже ничего. Там про супергероев, вот это все. Второй не очень. Вот, тоже рекомендую посмотреть. Спрашиваю тут, что посмотреть. Давайте. Вжух-вжух-вжух. И спасибо за котиков. И переходим к следующей песенке. Спасибо.
Жух, у кого-то день любимых песен, это прям греет мое сердечко. Привет, кто так подключился, привет! Привет, привет! Спасибо большое! Thank you! Somebody is watching us and he doesn't speak English, it's so nice of mine. Спасибо большое, спасибо, жух-жух-жух-жух. Так, что бы нам еще такое наколдовать? Ну, во-первых, нужно наколдовать следующую песенку, чтобы она у нас тут была, да? Смотрите, оно само двигается. И следующая песенка у нас веселенькая, да, веселенькая. Зачарованные птицы называется, такая история про ведьмочку. Так. Спасибо. И котик. И еще котик маленький-маленький так. Так, во-первых, наколдовали следующую песенку, это зачарованная птица. Во-вторых, еще котик. Классно, котики идут прям к нам все в гости. Привет, а так подключился. Привет, привет, привет. Привет, привет. И давайте еще что-нибудь наколдуем. Так, надо взять нашу книгу заклинаний. Так. Как там? Лети к нам книга заклинаний. Так, поищем какое-нибудь хорошее заклинание. Какое бы заклинание нам прочитать? Запись трансляции обязательно будет. И запись чата в трансляции будет, только чуть-чуть попозже, сначала YouTube обрабатывается, потом можно будет еще и чат почитать. О, я нашла нам замечательное заклинание. Чтоб все прямо сейчас улыбнулись. Вот прям сейчас взяли и улыбнулись. Вот прям тут так написано. Вот после того, как мы сделаем жух-жух-жух-жух-жух, все сейчас как и улыбаются, улыбаются, вот-вот, шире-шире. Молодцы, молодцы. Так, зачарованные птицы. Привет, Киночеркасы. Я бы тоже очень хотела провести концертик в лесу. Я вообще очень люблю петь на природе. И даже именно с этой целью вот в 2019 году купила комбик, которым можно поехать на природу. Но тут случился 2020 год, и пока вот только так. Зато я разобралась, как проводить такие вот трансляции. И теперь мы можем с вами всеми общаться, это тоже замечательно. Так что везде, видите, во всем вообще есть какие-то положительные моменты. Вот, отлично, молодцы, молодцы, продолжаем улыбаться. Это заклинание, оно длительного действия. То есть вы вот начинаете улыбаться, и все, улыбаетесь потом. Котики! Потом проходит день-два, а вы все еще улыбаетесь. Проходит неделя, а вы все еще улыбаетесь. Так, ну я надеюсь, что рано или поздно все это как-то разрешится благополучно, и можно будет приехать, например, в Москву и там где-нибудь собраться в лесу, почему бы не, да? Так, зачарованная птица.
замыленных коней, а поверх них шесть юнцов в глазах бравада. Где собаки наши, отвечай, только что их здесь слыхали. Милый князь, прошу я, не серчай, вон они ж на ветках рядом. Сейчас будем колдовать следующую песенку. Пойте, сестры, кстати, будет. Да, поедем в лес, обниматься с дрядами, будить лешек, вот это все делать. Надеюсь, когда-нибудь снова можно будет собираться. Котики! Мяу. Да, кстати, песенка вот эта очень старенькая, так что ее наверняка тоже мало кто слышал. Да, кстати, теперь мы увидимся не скоро, мы увидимся только 26 декабря. 26 уже, да? Суббота там у нас будет. Вот, это будет новогодний стрим с елочкой, огонечками, бенгальскими огонечками. Всем вот будет там всяким разным. И жду вас очень всех, буду вас очень всех ждать, но до 26 декабря пока стримчиков больше не будет. Вот. Спасибо большое. Привет, кто только подключился. У нас тут волшебная магическая розочка. Вместо палочки мы делаем всякие вжухи-вжухи. Вы еще продолжаете улыбаться, кстати? Заклинание должно действовать. Спасибо большое. Так, следующая песня. Оно двигается. Следующая песенка называется «Премии» или «Ведьмовская плясовая». Динамичненькая такая песенка. Так. Да, я-то вылечилась. Мне только котика осталось долечить. Вот, правильно улыбаемся. Продолжаем улыбаться. И, кстати, только подключился, рассказывайте, откуда вы. Очень интересно почитать. А кто уже слушает давно, можете задавать какие-нибудь вопросики. Но желательно не сильно личные, потому что, ну, лично это неинтересно. Лично оно личное. Может, что-нибудь про творчество там, туда-сюда. Так, прими. Кстати, нет, это не розочка из Либертанга. Розочка из Либертанга еще очень даже себе такая живая. Стоит в водичке, радует. Прими.
точно смоле черна. Отчего трава в лугах жухлой полегла? Отчего забыл дрожа? Ты мои уста, и теперь тебе милее ее краса, ее краса. Спасибо! Привет, Украина! Привет, Луганск! Ульянос, привет! Геккон тоже улыбается, классно! Привет Геккону большое! Привет, Воронеж! Привет, Днепровская область! У нас тоже снежок. Привет, Новосибирск. Магадан, привет. Да, Роза Шарвет, между прочим. Привет, Ивано-Франковск. Спасибо. Привет. Спасибо большое. У Пехова я много что читала. Может, и Хроники Сиала читала, точно сейчас не вспомню. Мне у него много что понравилось. Заклинание на снежок? Кому-то нужен снежок? Давайте почитаем, кстати, почему бы и не да. Так, берем нашу волшебную магическую книгу. Так. Привет, Казахстан.
Так, где тут у нас было заклинание на снежок? Ищем, ищем, ищем. О, вот кажется, вот это подойдет. Давайте читать вместе. Так. Абракадабра. Жух-жух-жух. Снежок, пойди. Повторяйте 10 раз. И снежок, возможно, пойдет. Возможно, через недельку где-то вот так. Но пойдет. Если вы, конечно, не находитесь где-нибудь в Таиланде. Там вряд ли пойдет. Если только из холодильника накопать. Спасибо большое. Спасибо. Привет, Армения! Симпалатин, здравствуй! Екатеринбург, привет! Главное, чтобы работало складно, не складно. Ну что ж, давайте наколдуем следующую песенку, и она у нас, возможно... Жух-жух-жух! Последняя! Последняя песенка! Что это значит? Что мы сейчас будем читать сообщения? У кого ушел снег, могут поделиться снежком. Так, и следующая песенка будет «Пойте, сестры». Нет, ну я все-таки совсем маленький такой певец, маленький такой бардик, чтобы меня на улицах узнавали. Один раз меня в типографии опознал человек, вот, ну и по работе пару раз было то, что люди знали, что я пою, а так это все-таки не так часто происходит. Ну вот кому-то снежок, кому-то теплый денек. Вы определитесь. Если хочется тепла, можно закутаться получше, там надеть свитерок, вот, взять термосок с теплым чайком волшебным. И станет теплее гораздо, если вдруг холодно. Лето скоро будет. Зимой же тоже классно. Зимой можно кататься на санках, коньках, сноубордах, лыжах. Можно бегать, делать ангелов снежных, кидаться снежками, строить крепости. Столько всего можно делать классного. Зима — это замечательное время. А еще Новый год. Ну как же так без зимы-то? Так, давайте посмотрим, что ребята написали. Очень интересно глянуть. Так. Печеньки, это очень даже хорошо. С чайком, кофейком. Замечательно. Говорит Евгений. Так, Павел Николаевич Плей. Отличный стрим, успехов и развития. Спасибо большое. Симен, молча. Андрей Верховод. Можно исполнить песню про 14-ю с холма? Можно, но не сегодня. Сегодня у нас песенки про ведьм всяких-всяких. Хотя она тоже в каком-то смысле ведьма. Хомяк Тумани, очень рад, когда попадаю на твои стримы, так держать, ты молодец. Спасибо, я очень рада, когда вы попадаете на мои стримы, правда. Гвинблейд, просто спасибо. Вам спасибо. Яспер Маклот, оп-оп-оп, за прекрасную песню на кофеёк, спасибо большое. Евгений, потому что покорен творчеством. Яны, спасибо огромное. Жил-добыл. Что может быть лучше после трудового дня? Расслабиться, слушать замечательного червателя. Я спасибо большое. Евгений, с благодарностью за творчество и средства и чувства. Спасибо. Андрей, спасибо за ваши песни. Вам спасибо, что слушаете. Есть кому петь, это чудесно. Аноним, молча. Лекси Зет, спасибо тебе, Яночка, за такие атмосферные музыкальные вечера. Спасибо вам за то, что вы делаете их атмосферными. Сан, пью травяной чаёк на печи и смотрю тебя атмосферненько. Вот это да, это классно. Зачем, зачем? Еще может, снежок на улице крустит. Игорь, спасибо за творчество. Игорь, спасибо за поддержку. Федор, жду уже следующего концертика очень. Так, а это, кажется, мы забежали в прошлую встречу нашу. Так, Кратеры, благодарю всех, благ, до новых встреч. Да, это было в прошлый раз. Спасибо огромное, ребята, за поддержку котиков и всякие разные классные стикеры. Спасибо большое. Привет, а так подлечился вдруг.
Я вот тоже очень люблю, когда зимой идет снежок. Это как-то сразу, во-первых, делает все красивым, потому что деревья становятся такие пушистые, классные, так хочется прям трогать, и все вокруг светится, блестит. Это просто замечательно. Кстати, полнолуние скоро, 30 числа вот будет полнолуние, если что. Если кто-то знал. Привет, а так подлечился. О, мифы я разные читала, я очень много мифов перечитала за свою жизнь, всяких-всяких. И сказки дервишей, всякую шумерскую мифологию, кельтскую, разумеется, мифологию очень тщательно. И вообще много всего, очень люблю мифы. У меня еще в детстве были такие большие-большие энциклопедии, вот прям толстенные, с мифами всех народов мира. И я очень любила их в детстве читать, это было классно. Спасибо. Но я буду рада, если будет чем-то делиться. Ну, тому с теми, кого это будет интересно. Следующий стрим будет 26 декабря. Он будет новогодний, с огонечками, всякими елочками, всем вот этим вот. А, и еще перед последней песенкой еще раз хотела сказать большое, огромное спасибо ребятам с Patreon, потому что они со мной всегда рядом поддерживают, читают, слушают, комментируют вот там прям активно, и они большие молодцы, спасибо им их огромное. Спасибо им огромное за поддержку, спасибо всем ребятам, кто ходит, слушает новые песенки на канале, всем-всем-всем. Вот, кстати, там вышло целых вот уже в ноябре уже штук 5, по-моему, роликов, надо идти посмотреть. Да, вот заклинание на то, чтобы пойти все послушать. Спасибо ребятам с донатов и кошечками, это очень клево и воодушевляет. И спасибо тем, кто что-нибудь делает, по-моему, творчество, рисуночки всякие рисует, ролики собирает, вы классные. Еще хотела напомнить о том, что есть группа ВКонтакте, в которой можно послушать, скачать MP3, есть инстаграмчик, он, правда, маленький, и у меня не так много времени на него, но он есть, и там периодически какие-нибудь анонсы, там сторис появляется, подписывайтесь тоже. Есть еще игровой канал, на котором я играю в игрушечки, тоже не сильно прям часто, но играю, заходите тоже туда. Все ссылочки есть в шапке канала, и будут потом в описании ролика, потом, попозже чуть-чуть, когда я его отредактирую. Вот, и еще есть сайт, но WordPress, на котором я его делала, чуть-чуть мне его поломал в последнее время, надеюсь, починю через идейку где-то. Вот, вот такие дела, заходите везде, все смотрите, читайте, подписывайтесь, колокольчик там жмякайте, вот это все. Спасибо. Так, еще волшебная свечка у нас тут, между прочим, есть. Очищающий, заряжающий радостью огонечек. Привет! Привет-привет! Растяги мне суток. Ну, вот такое заклинание берешь, не спишь, короче, просто. Так. Если есть еще какие-нибудь вопросики, спрашивайте. Сейчас будем последнюю песенку петь на сегодня. По Ведьмаку у нас были отдельные стримчики и будут еще, я думаю. Спасибо большое. Кстати, в группе ВКонтакте появилась темка, там, где можно написать какой-нибудь отзыв про песенки или вашу историю, если у вас есть про это. Я хотела собрать на память, вот, чтобы ходить вдохновляться, так что если есть что сказать, можете зайти туда и что-нибудь написать. Там в обсуждениях темка есть такая. Как без огня? Вон там сзади огонь горит, тут свечечки, вот раз, свечечка, два, три, свечечка. У меня тут еще вот свечечка есть, вот прямо тут горит передо мной, вот она, вот она. Так, ну что ж, давайте петь последнюю песенку. Пойте, сестры.
Можно было бы завести каналчик в Телеграме, но у меня и так очень много всяких ресурсов, а я одна, и так времени на что нет, поэтому пока, наверное, нет. Ну, может, потом как-нибудь. Если кто-то не может послушать, то потом будет запись, если что, стрима. Все, можно будет послушать потом. Спасибо большое, спасибо. Спасибо огромное вам, что слушаете, делитесь теплом, комментируете. Это так заряжает вообще желанием что-то еще творить. Вы не представляете себе. Спасибо большое. Да, это была у нас последняя песенка. Еще раз всем огромное спасибо за поддержку, за то, что пришли и слушаете. Пишите всякое приятное, огромное вам спасибо. Следующий стрим у нас будет, соответственно, 26 декабря. Вот, новогодний будет стрим. Спасибо. Спасибо огромное, вы тоже будьте здоровенькие. И ни в коем случае там не простужайтесь, вот этого всего тебе надо делать. Да, все песенки, которые были сегодня, они будут потом или в комментариях, если наш замечательный человек, который пишет всегда в комментариях про время начала песенок и ссылки на песенки вот недавно в ролике сделал, если он сделает, это будет в комментариях, если нет, то я сама в описании напишу или в комментариях. Спасибо, кстати, огромное за помощь, что вот делаете, это очень классно. О, классно, кто с 16-го с нами, прям хо-хо! Спасибо большое! Очень рада была всех увидеть сегодня. И очень буду рада вас увидеть в декабре на новогоднем стримчике. О, магический дымок. Вы помните, что надо улыбаться? Заклинание еще работает, если что. Спасибо вам за тепло. Так. Тушим свечки. Спасибо вам! Скоро увидимся! Пока-пока-пока! Пока-пока-пока! Пока! Заходите на игровой канал, слушайте песенки, которые недавно повыходили, подписывайтесь, если не подписаны, жмакайте колокольчик, если подписаны, чтобы ничего не пропускать. Заходите в группу ВКонтакте, напишите там что-нибудь в отзывах, если есть желание, в темке. Вот, везде заходите, в Инстаграм, на сайт, через недельку на сайт заходите. Пока-пока! Жук-жук-жук, отличного настроения! Пока-пока! Пока!